Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich bin ganz gespannt, was mich erwartet. Vielleicht hätte ich die Sendung vorher auch mal sehen sollen. Auf jeden Fall war das bisher eine schöne Zeit hier in Moskau. Gut. Und ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки. Привет. У нас жених из Германии. Сейчас столько мне комплиментов наговорил, что я даже сомневаюсь, смогут ли сегодня победить меня консультант по питанию Снежана, секретарь Наталья и стилист Лариса. Ну, давайте сначала с женихом познакомимся. С ранних лет я живу уже в Германии, и я понял, что мою душу здесь оставил. И вот я сегодня по этому поводу приехал сюда. Проходите, пожалуйста. Вадим, 46 лет. После расставания с женой-испанкой нашел утешение в объятиях заботливой соотечественницы, но разглядеть в ней спутницу жизни так и не смог. Вадим – частный предприниматель в сфере обслуживания мероприятий, проживает в Дюссельдорфе, мечтает о семейном уюте, гордится тем, что сделал профессиональное открытие. Признается, что знает толк в хорошей кухне и женских формах. Предупреждает, что возлюбленная всегда должна отвечать на его звонки. Вадим не свяжет свою жизнь с обладательницей тонкой верхней губы и слишком длинных волос. Женится на фигуристой блондинке, которая будет разговаривать с ним за ужином, ездить в командировки и радовать глаз. Вадим, хочу же все-таки любить по-русски. Да. Ясно. А что там, жена испанка? По любви женились? Ну, обязательно. Обязательно. Очень рано, мне было 22 года. Мы познакомились, полтора года встречались, и потом... расписались. А вы были у нее первые, и она у вас тоже? Да, да. И что, вы как Дафни с Хлоей, наверное, в первую брачную ночь не знали, что делать? Во вторую, потому что был ЗАГС, мы потерпели, и когда была свадьба на второй день, тогда мы остались в гостинице. Боже, боже. Но вы были счастливы? Ну да, 10 лет. Жанна, а ты сможешь вообще улететь за ним? Нет. Если он тебя позовет? Нет, не смогу. Что же случилось? Почему начались разногласия? Просто когда развитие пошло у меня в деловой сфере, а у нее такие представления, мужчина должен в 9 утра уходить из дома, в 5 приходить. Да, такой организованный график. Чем вы занимались? Что ее раздражало? Просто в моей сфере работают вечером, когда мероприятия, концерты, в 6 спуск, в 8 начинается концерт, и в 12 в час приезжаешь домой. Тогда бы днем были с ней вместе, ходили бы на утренники. Так она вначале, да, наоборот, ехала со мной, помогала. Ага. Да, ну а потом... С детьми нужно было сидеть. Так мама полнедели у нас жила. Тогда почему она не рядом с вами тоже не развивалась? Ну, я не могу сказать, может, она как-то ревновала. Она красивая показывала была? Ну да, показывала свое недовольствие этим. Ну, наверное, ей это все-таки не нравилось. Ну, конечно. Что он приходил поздно. А вы ее не изменяли? Ни разу. Не было желания. Кто первый заговорил о разводе? Я не могу точно сказать. Понимаете, была такая ситуация, что, как я потом понял, как ее мать мне сказала, что она это специально провоцировала, чтобы я, может быть, немножко один пожил и сказал, как мне плохо без тебя, и вернулся. Ага. Девочки, всем совет. Первый. Никогда мужчину не шантажируйте. И никогда даже в суе не говорите, я с тобой разведусь, я от тебя уйду. Потому что я Игорю своему однажды, лет 5 назад, сказала, я с тобой развожусь. Он говорит, когда? Я даже не поняла. Я говорю, я от тебя ухожу. Он говорит, да пожалуйста. И все, и я закрыла рот, потому что многие мужчины ждут от нас, что мы им скажем. Такого подарка. Да, конечно. Поэтому молчите, не надо говорить. Если в отношениях уже назрел какой-то вот такой конфликт, и он висит в воздухе, то скорее, да, женщина может подтолкнуть мужчину к такому поступку. И вот тут на горизонте появилась русская спасительница, в кавычках. Да, русская девушка была как знакомая. Мы с ней не встречались, да? Она как-то моим работникам телефон оставила, я даже на это не обратил внимания. Это вы не обратили. Дурачок, красавец. В зеркало себя видел, нет? Да.
она просто так оставила телефон, просто так знакомая. Она посла вас, Вадим. Конечно. Даже если бы я была моложе лет на 40, я бы вас посла. Поэтому все непросто. Русская. Короче, да. Оставила телефон. Вы сначала не звонили, потом позвонили, да? Ну да, так раз в месяц пересекались. Угу. Да. Ну, и она не то, что была красавица. Ну, была интересная, да. Ну, я как бы... С кривыми зубами, с попиными ушами. У нее было галифе. У да. нас это называется попины уши. Угу, угу. Да. То есть совсем... Ну, мне это вначале не нравилось, я вам скажу так. Угу. Да. А потом, видать, она такое небо в алмазах-то показала, что испанки куда там. Да? Да. Бедного засмущали. Покраснел весь. И уже думаете, да с зубами, господи, не с зубов, как говорится, воду пить. Да. А галифе это даже как-то так... Шармит. Руки, когда пьяные, стали и не будут сваливаться. Всегда будет такой барьер. Понятно. Ну, ясно. И, в общем, у вас не закрутилось, да. И все даже стало просто мне я, нравится. Знаете, я обратил на другое внимание, да, потому что я только как ребенок помню, когда мама по-русски готовила вот эти суси-пуси по-русски. Это же потом у меня 10 лет не было, да. И потом я в эти отношения как бы упал, и вдруг русские салатики, эти закуски, эти... Котечка, модечка, мои блёдечки, вот это вот все, хрень, которую ненавижу просто. Вот какие вы, боже мой. Слушай, они любят это, видишь, да? Любят. Да, да. Угу. Котеночек с оливье, вот это, чтобы живот рос. Ну, понятно, чтобы и галифе отрастало, не только у нее. Понятно. Вадик, короче, влюбились по самой не гори. И тут выяснилось, что у нее ребенок. Или сразу ну, это, знали? Ну, это я знал. Я знал. Ну, это не было помеха. Ты вот как думаешь, он вот выбирает исключительно по внешнему виду, или вот для него какие, как, ну, что, на первый взгляд, качества важны? Нет, мне кажется, все равно он выбирает и по душевной красоте какой-то. Ему важен уже сейчас в таком возрасте и уют, семья. Чем закончился роман вот с этой русской? Ну, может, отношения как-то перезрели. Я замечал какую-то грубость. Не ко мне, а вот как она разговаривала. Да, вот. Со своим сыном? Ну да, с сыном так это... Мне непривычно было, я подумал... А мы что... такие, у нас рядом с Суси-Пузей. Я кому сказала? Поэтому это такая эмоциональная особенность наша. Поэтому... Ну, я подумал, не стоит строить дальше жизнь с ней. Настя, ну что, нравится мужчина? Как он мне подходит? Ну да, подходит. Вадим, значит, женщина, которая вам понравится, и если у вас все получится, вы заберете с собой в Германию. Ну да. А вот красивые ноги, фигурные, это что такое? Фигурные. Фигурные? Ну это когда форма есть, когда не спортивная фигура. Как столбик, когда, да? Именно когда не столбик. У тебя мочо столбик, не столбик. Вы что, прямо, а если будет столбик, то все, да? Да. Почему я обращаю на это внимание? Потому что хочется наслаждаться женщиной всю жизнь, да? И вот то, что я выбирал, мне всегда устраивало. Мне не нужно было разнообразие. Молодец. А если будет страшненькое? Ну, ой, то он мечтал. Он в Россию приехал за страшненьких. Вся Германия в страшненьких, он сюда приехал а за страшненьких. А что это наш Генофонтова возит? Пусть страшненьких берет. Ну что, поедем в Германию? А почему нет? Вы уже человек достаточно серьезного возраста. 46 лет для мужчины это очень много. Вот вы можете сказать о том, что вы, как мужчина, поняли к текущему моменту про женскую природу, про женщин вообще? Есть женщины, которые забирают всю энергию, есть женщины, которые дают энергию. Да? И когда человек самодоволен один и встретит такого же, так будет дополнительное счастье, я считаю. Вадим, понятное дело, нужна русская, душевная, мягкая. Кстати, а кто главный в семье? Мужчина, женщина? Мужчина, как капитан, я считаю. Хорошо. Он ответственность несет за все. Мне кажется, ему подойдет девушка уже вот готовая к семейной жизни, которая имеет тоже определенный опыт, и она знает, чего хочет, и знает, что она может это дать ему. Вам нужна женщина действительно с русской душой, жалостливая, снисходительная, та, которая мужчине многое прощает. Я думаю, что именно с такой вы будете себя комфортно чувствовать, даже если она себя не сможет занять и будет на вас какие-то свои тревоги вешать. Главное, чтобы человек был хорош. Встречайте невесту. Здравствуй, Вадим. Меня зовут Снежана. Очень приятно. Очень приятно познакомиться. Сильное рукопожатие. Пойдемте.
Снежана, 24 года. Консультант по правильному питанию. Гордится тем, что помогает людям поверить в себя. Мечтает открыть клуб для женщин. Признается, что краснеет от комплиментов. Чтобы избежать брака с возлюбленным, Снежана забывала паспорт и опаздывала в ЗАГС, но отделаться от навязчивого жениха так и не смогла. Надеется, что Вадим поставит точку в ее прошлых отношениях. Вы подруги? Да. Это очень мудро прийти с подругой, которая как две капли воды на вас похожа. И тоже блондинка. У вас есть молодой человек? Есть, у меня жених. Очень странно, что оно пришло в штанах. Да, я тоже хотела сказать. Как-то платье женственное, так должно быть. Я правильно поняла, вы до сих пор не можете отделаться от возлюбленного? Нет, все, я уже ушла от него. Угу. Да, переехала. Все у нормально. Вас ребенок? Да, у меня сколько? Ребенок, год и 4. Мальчик, девочка? Девочка. А что тогда с отцом вашего ребенка, правильно понимаю? Вы не были женаты? Нет, я не захотела за него выходить замуж, потому что я поняла, что это не мой человек. С ним жить было бы невыносимо. Мне кажется, у нее губы накачаны. Ты вот не обратила внимания? Знаешь, я бы даже сказала, да. Щеки подкачаны. Изменял? Он изменял, да, когда я была беременна. Он мне врал, он обманывал меня достаточно продолжительное время. Знали, с кем изменял? Да, знала. Как вычислили? Ну, мы с ним поругались, он уехал, потом приехал, мы с ним помирились. И вдруг в какой-то день, там, выходной, он говорит, мне срочно надо уехать по работе, по делам. И уехал. А он без своего компьютера никогда не уезжает. Я смотрю, как компьютер на полу, и вот что-то захотелось мне залезть в его... В общем, взломали почту, да, и что там нашли? Нет, захотелось залезть в его портфель, посмотреть, нашла телефон старый. Открываю, там всякие такие СМС. Была переписка. Я поняла, что это с его бывшей. Ну вот к своим 24 годам, ну, у нее уже такой достаточно серьезный опыт жизненный. Я сразу же, да, ей набираю, соответственно. Она говорит, ой, вы знаете, я давно хотела с тобой увидеться, с тобой встретиться, пообщаться. Я говорю, да, ну давай как бы встретимся и пообщаемся. Она говорит, ой, ты знаешь, вот вообще сейчас у меня, и мы с ним, ну, совокуплялись. Я, конечно же... Для меня это шок. Человек мне говорит, что он уехал на работу по делам, а оказывается, конечно, я беременна. Встретились с ней. Я говорю, давай приезжай сюда. Она говорит, хорошо, сейчас приеду. Набираю ему, говорю, так, срочно приезжай сюда. Но она приехала? Да, она приехала. Ну, девушка, конечно, женщина. Женщина была старше его там, на 5 лет, выглядела, конечно, ну, хорошо ухожена. Там видел, что девушка там при деньгах, там при квартирах, там, ну, такая прокачанная, хорошая. И он начинает, я говорю, ну, как, ну, как это понимать? Он говорит, мне было жалко ее. То есть, мне было жалко, я не мог с ней расстаться. А тебя я люблю. То есть, при тебя... ней говорит. Да, при ней он сказал, что тебя я люблю. Мне кажется, она ему не нравится. Ну, как-то безразлично ее слушаю. Да, вот скорее безразлично. Чем закончилась эта встреча? Закончилось? То, что я, ну, она уехала. Я говорю, сейчас ты покупаешь мне все вещи необходимые, которые мне нужно. И мы расстаемся. Да-да, хорошо. Поехали, купили вещи там для родов. А вы где-то же проживали, что-то не пойму. На съемной квартире мы проживали, да. А кто платил за квартиру? Он платил. Вначале он платил. Снежаночка, и что? И он все. Ну вот мы приехали, и он слезно стал умолять, пожалуйста, не уходи, я тебя люблю, я хочу с тобой семью, я хочу держать тебя. Ну, может быть, стоило ради ребенка-то ему простить? Вот, я простила, я думаю, ладно, подождем, посмотрим, вдруг человек исправится. Ну, было все идеально, потом... Человек стал как бы вот во время ссор грубо меня хватать, делать мне больно. То есть у меня синяки были от него. Как бы, ну, а как считаете, не вы провоцировали? Может быть, вы ему простили? Я беременная была. Я понимаю, это ужасно. Не понимал. Нет, ничто, Роза, нельзя беременную женщину хватать за грудки. Нет, а если она мозг выносит? А если она беременна, и у нее гормональный взрыв? Пускай на сохранение ложится, и тогда никого не раздражает, в конце концов. Она этого не понимает. Женщина. Я два раза не рожала. Ой, ты как не женщина, иногда ты так рассуждаешь, мне кажется, даже странно. Да, нормально я рассуждаю, и чего? Она, может, ему прямо выпиливает мозг, даже а он если она говорит, выпиливала, да, дорогая, она была беременной. А что ж вы за нее замуж-то не пошли? Звал, вот еще как звал, не раз звал. Звал. Можно так свой. Позвать замуж, что никогда не согласишься. Скажите, Снежана. Если она беременна, значит, надо всех жалеть. Вадим не понимает уже, что здесь происходит, и где он находится. Вам 24 года, у вас есть ребенок. И это его ребенок тоже.
того мужчины, от которого вы решили сразить. Девочки, обращаюсь к вам, думайте хотя бы не на 10 шагов вперед, но на 5. Вот Вадим, бросьте в него камень, кто скажет, что он не мужчина. Он мужчина. Вот он сейчас сидит про себя, думает, а мне нужна эта проблема? Как я буду с ним? Он цивилизованный, он приехал из цивилизованной страны. Как я буду с ним разговаривать? Как я буду убеждать другого мужчину отказаться от своего дитя или что? Ну, пообщаться, если все-таки как бы, ну... Вот он общается. Я могу с ним пообщаться. И что сказать? Отпусти. Но вразумить, ну зачем? Если не клей, ну, если не получается, если мы не подходим друг к другу. С вами не получается, да. А ребенок при чем? Слушай, ну у нее такая история, как будто она уже всю жизнь прожила. Да. А давайте посмотрим, как вы живете. Меня зовут Снежана. Мое утро начинается с ложки глютамина и аминокислот. И сейчас я бегу на утреннюю пробежку. Пробежав с утренней пробежки, я себе делаю зеленую гречку 100 грамм на воде, без соли, без сахара, без меда и бегу на работу. Весь мой день пройдет вот на таких вот высоченных каблуках, но делать нечего. Красота требует жертв. Я побежала к своим клиенткам. А вот тут я живу. Не, ну не силы такой домик с приданным-то. Ты что, нормально? Хорошо. А ваши родители где живут? А, в Москве. Думаю, Вадима не устроит питание из аминокислоты и зеленой гречки. Он просто хочет горячий борщ, блинов, вкусного салата. Вот смотрите, сидит Вадим, который годится вам в отцы. Вас это никак не пугает? Ну, отцу сколько лет? Отцу 50. Ровесник. Ну, вот ровесники практически. Не пугает возраст? Ну, пугает, конечно же, немножко. Но сердце не прикажешь, как бы. А вам правда 24? Да, правда 24. По паспорту 24. А еще есть что-то какая-то непонятная? Ох, какая оговорка. По паспорту... Нет, просто мне все время дают больше, поэтому я... Да, но я бы тоже вам больше бы дала бы. Понравилась отговорка. 24 по паспорту. А не по паспорту, интересно, сколько. Давайте прервемся на рекламу и через несколько минут встретимся. У вас есть какие-то вопросы к Снежане? То есть понятно. Тогда, может быть, покажете сюрприз? Да. Пойдемте. Так, Вадим, мне сказали, что вы занимаетесь спортом. Я хочу проверить, как правильно вы делаете становую тягу. Умеете делать становую тягу? Ну это как? Это так или так? Это вот так. Ага. А я думала, она сама будет делать. Да. Она его проверяет? Да. Поясница прямая, ноги на ширине плеч и смотрим вперед. Попробуйте. И поближе. Снежана, а можно попросить все то же самое, только вы и спиной к нам? Все? Это не спасибо. Спасибо, Снежана. Я бы хотела брать у вас уроки. Проходите, девчонки, в свою комнату. Я даже не успела ничего сказать вообще. Ну, вам понравилась Снежана? Симпатичная девушка. А, но в Германии это большая редкость, вот такую девушку встретить? Ну, в общем, редкость, да, редкость. Скажите, пожалуйста, вы платите алименты половину, да? Или сколько процентов от своих доходов? Ну, там есть такая таблица, и там вычисливается... Я сейчас не могу в процентов сказать, но здесь никаких проблем нет. Потому что у нас русские девушки очень не бескорыстные. А ты как думаешь? Русские девушки бескорыстные. Да, русские девушки просто смотрят на сильных мужчин, которые могут создать будущее им и их детям. Василиса, как тебе? Я вижу дурной знак в том, что наш герой эмоционально к Снежане не проникся. Не потому что именно к Снежане. А почему дурной? А дурной, потому что если вам девушка понравится, вы своих эмоций, ну не то что сдержать не сможете, они будут очевидны. Снежана, на самом деле, для вас была бы достаточно комфортным человеком. Да что? Трусом. Ну, посмотри на него, господи. У нее соединение Юпитера с Луной в знаке Рака. И это человек, который, ну скажем так, ищет свою норку.
Он должен найти свое место в жизни, в котором ему будет тепло, уютно. И часто таким местом становится семья, действительно. При этом она умеет влюбляться, умеет страдать, умеет в страстях биться. Но... 24 года, да, естественно. Но муж нам нужен, тот, который именно вот эту самую уютную норку сумеет обеспечить и создать. Из таких женщин выходят прекрасные матери, потому что они заботливы. Ты как Роза стала говорить, нам нужен. Прекрати, Василий, ты меня пугаешь. Но нам, я скорее присоединяюсь к ней, не к жениху, а к ней, в отличие от Розы. Так вот, я считаю, что, конечно, перед ней стоит сложная задача, потому что... Мужчина нужен и достаточно обеспеченный, и достаточно одновременно заботливый и душевный. Редко это сходится вместе. Это правда. Она совершенно права. Я вам даю бонус в виде трех желаний. Вы можете с ней пообщаться наедине, открыть шкаф с ее скелетом или пообщаться с кем-то из ее родителей. Давайте последнее. С родителями пообщаться. Пожалуйста. Марина, мама Снежаны. Такая красавица! Здравствуйте. Здравствуйте, садитесь. Смотрите, как у вас глаз загорелся. Сколько вам лет? Мне? Ну и чуть помоложе, чем Вадим. Ага. Ну вот просто органичная пара. То есть вы выглядите прекрасно. Она замужем. Я так понимаю, вы замужем, да? Какая она тут? У меня мама. Да, что моя мама обратила. Вас не смущает возраст жениха? Вы знаете... Ну, может быть, чуть-чуть, а в итоге я все-таки должна дочь принимать решение, насколько ей будет ближе. А то, что он живет на чужой сторонке? Ну, для меня это, конечно, болезненно. Потому что, вот, когда долго не видишь там ребенка, да, конечно, безумно скучаешь. Спасибо. Спасибо, проходите. Спасибо. О, как смотрят на нее. Аж глаза открылись. Мне вообще молодая мама, да, грустная, красавица. Вообще. Да, да. Ой. Вот так будет выглядеть ваша, если женитесь на Снежане, через 20 лет жена. Вот он посмотрел на вас, и теперь будут знать, как Снежана будет выглядеть в ваши года. Встречайте невесту. Меня зовут Наталья, и я знаю, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. И я хочу просто сразу сделать первый шаг. Это приглашение на обед. Спасибо. Проходите. Наталья, 36 лет. Секретарь. Гордится тем, что готовит самый вкусный борщ. Мечтает совершить полет на воздушном шаре. Признается, что любит принимать гостей и никогда не отказывает в помощи. Предупреждает, что в порыве гнева нецензурно выражается. Прожив в браке 17 лет, супруг жестко предал Наталью и оставил без средств к существованию. Надеется, что Вадим поможет ей начать жизнь с чистого листа. Наташа, а в чем заключалось предательство вашего супруга? Он интрижку на стороне завел? Мы уехали на его работу по контракту, жили в Сербии 5 лет. Поначалу все было неплохо, в общем. А потом какое-то женское чутье сработало. Я поняла, что какие-то у нас неполадки в семье. А у вас уже были дети к тому моменту? Да, у нас было уже 2 детей, у нас было прекрасное отношение. А как почувствовали? Я никогда не рылась в телефоне мужа, ни по карманам, никакими такими вещами не занималась. А тут вот было такое чувство, что нужно это сделать. И я обнаружила любовную переписку. Он обещал луну с неба достать этой даме. А потом я выяснила, что за дама, оказывается, я с ней была даже знакома, это была с работы дама. Ну, такая уже взрослая она девушка с опытом семейным. Допрос с пристрастием устроили? Я устроила допрос, он ничего не ответил, отнекался, что нужно на работу и все такое прочее. Вот, потом у нас состоялся все-таки разговор, он сказал, что это всего лишь переписка. И что он любит меня, детей, и никуда не хочет уходить. А она уходить. Просто товарищ по работе? Да, 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 коллега. Но вы ведь и к ней, да, обратились, с да, тем, чтобы она объяснилась? Да, я решила, что все-таки надо и к ней обратиться. Я ему сказала, что если у вас большая любовь, я
насильно мил не будешь. И... Это вы что, вы это серьезно сейчас это говорите? Да, да. Ну, за что ей делать осталось? С двумя-то детьми? Да, надо. Куда она вообще лезла-то? Вот с этого выясняете это все отношения. Чего там? Ну и чего? Какой выяснила? Выяснила. Теперь жить не на что. Нет, молодец. Нет, не так немножко. Я выяснила, она сказала, что мы только коллеги, друзья, он просил прощения, я дала человеку второй шанс. А я никогда вот не понимала со стороны мужчин. Вот зачем жить в обмане? Зачем создавать такие ситуации? Все налаживаться начал. Он даже ребенка третьего просил. А я согласилась, думала, ну действительно все наладится. Вот. А когда уже настал момент, что и ребенка можно, и все хорошо, он просто... собрал вещи и ушел. Знаете, Наташа, жизнь одна, я вам хочу сказать. И у вас другой не будет. И вас родители не для того рожали, чтобы вы жили в унижении. Это нужно не любить, не уважать и жить параллельно своей собственной жизнью, чтобы сохранять этот брак. Послушайте, вы же избавляетесь от гнилых зубов. Вот от таких гнилых отношений нужно избавляться. А как борьба за мужа своего? А что так с легкостью? Она боролась. Где она боролась? Есть шансы бороться. Вы боролись? Наташа боролась, давала ему второй шанс. Я боролась. Ну, видно, неинтересно ему. Напряженно достаточно, потому что история довольно мрачная и трагическая. А почему он вас странно выгнал? Это остается для меня загадкой. Как только он сказал, что он хочет развода и он любит другую женщину, он начал требовать нашего выдворения из страны, буквально выдворения, потому что это началась травля. Он звонил каждые две недели, говорил, что я не буду платить за квартиру, за школу. И вас же развели заочно, я знаю. Да, нас развели заочно. И он женился на той женщине, будучи в браке с вами. Ну, то есть, как получается так, хотя он это отрицает. Господи, какой подлец. Вот какими вообще люди жестокими бывают. Вот если, допустим, у вас сложится с Вадимовым, вам придется уехать в Германию. Ну, смотрите... Немецкий они не изучали, но после того, как у них уже два языка, в принципе, в обучении, я думаю, третий это вообще Скажите, не проблема. Скажите, а вы вместе с дочкой живете, со старшей? Со старшей, с младшей. У нас женское хозяйство. А вы понимаете, что вы должны быть, не потому что Вадим, любой мужчина, вы видите, что должны быть очень осторожны. Понимаю. Да, в выборе своего мужа. Потому что у вас дочь невеста. Посмотрите, какая красавица, молодая. Спасибо. И красивый мужчина. И это просто, знаете, пчелы против меда. Все природа понимаю. Есть природа. Вы ничего не можете, ничего все собой не можете сделать. Я думала, что это подруга. Я тоже думала, что подруга ее. Что делать в этой ситуации? Отселить дочь к родителям, например? А я вам хороший пример или совет дам. Значит, на сайт двое.тв находим быстренько жениха, замуж выходим и к мужу. Отселяемся по-быстрому. И вот у меня последний вопрос к вам. У вас в анкете написано, что, я даже не знаю, недостаток это или достоинство. Вы не умеете отказывать. Вы прям что, на все соглашаетесь, что ли? Ну, в такой степени, конечно. Ну, просто в помощи людям я стараюсь не отказывать. Мне я последнюю рубашку сниму. Вы мне нравитесь, кроме того, что у вас взрослые дочери. Покажите сюрприз. Давайте посмотрим, что там будет за сюрприз. Интересно. Да, даже оживился наш. Вадим, у меня есть маленькая мечта – полетать на воздушном шаре. И я хочу поделиться кусочком этой мечты с тобой. Хорошо. Но мне потребуется твоя помощь. Но вы обещаете вернуться? Конечно. Ничего себе, вы так куда-то не собрались лететь. Взгляни на эти острова. Здесь сосны, словно загляденье. А скалы, как клыки у льва. Не пропустить бы нам затмение. Ты посмотри на этот мир, ведь он красотка. Чудесных полон. Здесь для души есть вечный пир. И только, не только прелести словесных. Надеюсь, что такое свидание возможно и наяву. Спасибо. Спасибо, дорогая. Возвращайтесь, прилетайте к нам. Лилечка и Настя, забирайте свою подружку, проходите в свою комнату. Вот хорошая женщина, у нее на лбу написано,
даже слишком хорошая. Вот ты говоришь, надо бороться за свое счастье. Как за него бороться? У меня есть две мои подружки. Обе боролись за своих мужчин, за свое счастье. Победили в этой борьбе. Со своими мужьями остались. И несчастливы ни одна, ни другая. Бороться за какое-то эфемерное счастье бессмысленно. И правильно, что вы ушли. Правильно. Вадим, прекрасная женщина. И то, что она такая робкая, и то, что она так стеснялась, потому что это для нее непривычная среда. Но она настоящая, да. Понимаете? Да, видно. Как слишком хорошая? А куда еще? Нет, надо какую-нибудь вот, которая бить посуду. Я же не могу это перец показывать. Конечно, ему нужна хорошая. На всю страну. Ну, конечно. Нет, нет, нет. Ему нужна только хорошая. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока реклама, оставайтесь с нами. Вам нужно обязательно какой-то перец, понимаете? Мне кажется, Вадиму особенный перец не нужен. Ему нужна яркость, энергичность, заботливость, но не перец. Ему не нужна женщина, которая будет помыкать мужчине или как-то слишком развязно себя вести. Я перец имею совсем в другом смысле. Ну в чем, вызов обществу или что? Нет, ну просто не такая вот эфир. Прям сидит, страшно разговаривать. Была возможность, сейчас бы мне бы дали такую возможность. Я да, но зато вон там войну. Не могла ничего высказать. Ну, стеснительно. Да не стеснительно, а просто вот комок у меня у горла стоял. Не на могла деле, это. Я бы сказала, что скорость заживления ран прямо пропорционально глубине этих ран. Ну такую вот. Рану ей муж нанес, ну действительно серьезнейшую, что тут уже борись, не борись. Естественно, она от нее долго будет восстанавливаться. Но мне кажется, что это тот тип, вот внешне, с точки зрения мягкости, который вам и нужен. Хочу другого, я хочу новых отношений. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу, а либо вы можете пообщаться с Натальей наедине. Пообщаюсь. Пожалуйста, проходите, мы вас будем ждать. Я очень переволновалась. Я абсолютно убеждена, что когда женщина вот настолько глубоко ранена, ей рано вступать в новые отношения. Потому что он ее не вылечит, раз. Либо это будет чистая жилетка. Вот оно ему надо, Вадиму. Я уже давно это все пережила. И я представляла себе момент, когда, вот, допустим, он возьмет и вернется. Угу. Я не хочу этого, честно скажу. А как давно это вообще было? 1,5 года назад. Он не хочет этого мозг-погруза. Она будет ходить все время с этими грустными глазами. А у нее оппозиция Венеры, Плутон. Ты понимаешь, что такие люди в течение жизни все равно драматически теряют свою любовь. Я надеюсь, что это единожды. Ну и как-то мы же должны пристраивать и этих женщин тоже. Может быть, пока новый мужчина не появится, она себя этот груз и не сбросит. Пусть гуляет, пусть оторвется сейчас с одним, с другим, просто гуляет. Но да, точно да, не в серьезные отношения. Когда его женщина забеременела, когда он за ней женился, я поняла, что тут уже ждать смысла нет. Я не смогу, как она, разрушить чужую семью. Угу. Для меня это вообще неприемлемо. Угу. Вот. И я просто перешагнула это, решила жить дальше. Да, это было тяжело, это было с детьми, но тем не менее они со мной и... Мужчины тоже хотят счастья, поэтому я считаю, что для начала нужно, конечно, вылечиться, вот как-то освободиться от этого прошлого, и только потом вступать в отношения. И как раз дочка подрастет, Наташина. Ну, было приятно познакомиться. Да? Мне тоже очень приятно. Спасибо. Что-то стало для вас более понятно, ясно? Не зря сходили, пошушукались? Ну, как-то так близко общаться немножко по-другому, чем далеко. Как-то больше глаза видишь, выражение ну лица. Ну и как вам? Изменилось отношение к Наталье? Ну, оно не должно было измениться. Ой, у него там еще проплешина. Оно не должно было измениться. А у папы нет в 51 год проплешины. Наш папа это вообще. Это уж кому как повезет. Вадим, дорогой, у нас есть еще одна невеста, и вы можете пройти с ней познакомиться. Лариса, я рада видеть тебя в Москве. Мы с тобой приехали из разных частей света. Ты с запада, я с востока. Поэтому хотелось бы, чтобы эта встреча была знаковой для нас. Спасибо. Познакомимся поближе? Давай. Лариса, 31 год. С
Стилист-визажист, подрабатывает моделью, мечтает открыть интернет-магазин. Признается, что ее можно сразить высоким интеллектом. Предупреждает, что не сможет ужиться с мужчиной, который не умеет себя вести в обществе. Лариса приняла решение расстаться с возлюбленным, когда поняла, что его паранормальные способности негативно влияют на семейную жизнь. Надеется, что Вадим окружит ее аурой любви. Боже мой, что? Я хочу подарить подарок вначале. Я привезла вам кедровые шишки. Это символ Сибири. Такого в Москве вы точно не найдете. Спасибо большое. Спасибо. Отличный подарок. Их надо грызть? Это очень странно. А что с ними делать? Ларичка, это какими же паранормальными способностями обладал ваш муж? Мой муж известный телекинетик и экстрасенс. Что вы говорите? Да. И что же он такого мог, чего не могли вы, например? Или ваши друзья? Ну, например, он мог двигать предмет взглядом. Он мог предсказывать будущее и рассказать о прошлом человека. Я бы не смогла. Ты веришь, что вообще экстрасенсы существуют? Не знаю. Я экстрасенс. Чего же он не предсказал, что вы уйдете от него? Ну, а что ж, теперь не жениться, что ли, Рос? Да нет. Даже если ты понимаешь. Ну хорошо, и как это могло вам помешать? Мы решили попробовать просто жить обычной жизнью, как все нормальные люди. И что касается понятия судьбы, да, если рассуждать об этом, то это зависит от двух людей. Это зависит от Сколько нас. Вам лет было, когда вы вышли из него замуж? Мне было 26 лет. А ему? Мы, когда мы познакомились, ему 40. Так он вам просто голову морочил. Сейчас вам 31 год, и вы по-прежнему верите, что все это истинная правда? Как-то вы так улыбаетесь недобро. Дело в том, что есть истории в моей жизни, истории, связанные с моими близкими, На примере самой яркой истории. Когда мы продавали квартиру в доме, в котором я родилась и прожила в этом подъезде более 20 лет, я попросила Вадима как-то помочь нам рассказать, о каком варианте, потому что мы подыскивали взамен квартиру маме. И он сказал, что вам предложат квартиру в вашем подъезде. Ну, я не то что отказалась в это верить, но для меня это было практически нереально, потому что я знала всех из этого подъезда и знала историю каждой семьи. И действительно, через 2 дня нам позвонил риэлтор и предложила посмотреть квартиру. Ну, это тоже все, еще что-то. Меня не впечатлило пока. Да? Нет. Что касается лично меня, была тоже одна история интересная. Вадим рассказал мне о человеке из моего окружения, которого... Он сказал, что его зовут Виктор или Виталий. И попросил не иметь с ним никаких деловых отношений. Я очень удивилась этому факту, потому что буквально несколько месяцев назад вот этот вот Виталий, как казалось, его зовут, он сделал интересное предложение по вложениям в его бизнес. И говорил о том, что будут такие неплохие дивиденды. При этом мои знакомые еще тоже в этом участвовали. То есть это еще больше было для меня неожиданностью. Послушайте, я просто могу определить с первого взгляда. Вы такая наивная. Меня это тоже не впечатлило. Не знаю, не верю в всякие эти экстрасенсы. А как это могло помешать вашим отношениям? Дело вы том, не могли что... тырить деньги от него, потому что он знал, где ваша заначка хранится. А что еще? Нет, я предпочитаю приятнее, чтобы он так думал и взглядом к ней купюры пододвигал, да, наоборот. Да, да. Ну, здесь проблем не было, если мне нужно было. Я могла просто попросить. Но все равно с экстрасенсом очень тяжело жить, мне кажется, если он действительно экстрасенс. Я честный человек и очень уважаю это качество в людях. Поэтому здесь тогда мне в чем? Не приходилось. Ну, тогда что? Скажите, пожалуйста. Дело в том, что когда... Ну, поначалу мне было интересно. Да, это была какая-то диковинка, да, и все это захватывало. Но жить с таким человеком... Необычным человеком. Достаточно непросто. А в чем он необычный стоит? Потому что эта информация, которую он видит, она приходит порой в неожиданные какие-то моменты. И часто это бывало за рулем. Угу. Вот мы, например... Я уже испугалась, думала, в постели там, не дай бог, пришло в астрал. И все. Он уходил.
Он уходил в медитацию, он видел эти картины. И вот я уже сказала о том, что мы могли прямо ехать... за рулем едет, да. И вдруг он, да? Мы могли ехать за рулем, и я вижу, что ситуация близка к критической. Я его просто как вот выводила из этого состояния транса. Послушайте, он просто вас водил за нос, и он производил на вас впечатление. Ты знаешь, мне кажется, и все равно, вот ей 31 год, но она как-то вот... Она как-то не повзрослела. А вот вы моделью работаете, да? Вот сейчас вот как бы на хлеб насущный этим зарабатываете. Правильно я поняла? Ну, это, скажем так, больше как мое хобби. Ни о какой семье она, собственно говоря, конечно, не думает. Конечно, она хочет, ни о детях, она ни о хочет карьеры. Вас не пугает перспектива жить в Германии? Нет, я, в принципе, к интернациональным бракам отношусь достаточно положительно. А вот вы хотите, чтобы возлюбленный разделял ваши интересы и с ним было о чем поговорить? Вы о чем с мужчиной говорите? Мне бы интересно было поговорить о психологии отношений. Я это что такое? Психология. Типа, давай поговорим, да? У тебя есть проблемы, дорогой, давай поговорим. А зачем? Есть же книжки, можно почитать. Вадим, вот вы сказали, что вначале... вас можно сразить интеллектом. Да, Вадим... На меня точно совершенно. Ну вот, Вадим, как вам кажется, обладает тем самым интеллектом? Да, безусловно. А вы это как узнали? Ну, я вижу, как человек общается, и вообще, в принципе, к этому возрасту, его учитывая сферу жизни... В этом жизни... возрасте уже деточка в маразм впадает, понимаешь? Мне кажется, ничего другого, еще побольше, там вообще неизвестно, что будет. Я думаю, что нам будет о чем поговорить, тем более я очень люблю историю. Хорошо, вы какой-то сюрприз приготовили. Вам да, нужно мне подготовиться? Нужно подготовиться к нему. Пожалуйста. Да. Что она вам сейчас подготовит? Костюм да. Стриптизерши? Мам. Когда девушка выглядит так, как Лариса, а не так, как немка в желтой куртке, в синих штанах, конечно, в коричневых мужниных ботинках и седая, понимаешь, в 30 лет. Правда, Вадим? Ну, да, да. Лариса девушка достаточно честная, потому что она со своей внешностью могла себе лет 7 скинуть спокойно. И мы бы, в общем, приняли это за чистую монету. А ей 31 год, она искренне об этом рассказала. В общем, ничего не стесняется, великолепно выглядят. Но детей нужно уже очень быстро, потому что 31 год – это все-таки действительно время, когда уже женщина подходит к какой-то черте и думает о том, что первого ребенка уже необходимо рожать. Мне кажется, вот ему нужна какая-то вот необычная женщина. Вот все-таки девочки очень красивые, но они какие-то вот одинаковые. Они девочки, они не для семьи пока. Ну что, Вадим, сюрприз готов? Медведи из зоопарка украли. Медведь очень странный. Я бы сказала, он страшный, а не странный. Браво, браво! А пусть попробует! Шикарный сюрприз! Спасибо. На самом деле, Вадим, я бы хотела напомнить тебе о русских традициях и угостить блинами с икрой. Спасибо. Вадим, мы хотим смотреть, как вы будете этот поглощать блинчик, а вы, дорогая Ларочка, проходите в свою комнату. Спасибо вам. Ну и как вам Лариса? Приятная девушка. А тебе, Роза? Да пусть едет. Что, жалко, что ли? Такая злючка. Да, хорошенькая. Василиса? Она способна серьезно увлечься. Она натура экспрессивная. И здесь она была, ну, такой, я бы сказала, отрабатывающей свою роль. Я не хочу сказать, что правда это или неправда. Но она задумала, продумала себе в голове, как это будет, как она будет рассказывать. И мне кажется, что она, ну, вот до какой-то степени со своей задачей справилась. Это тот типаж и тот темперамент, который вам, в общем, достаточно приятен. Жених понравился. Да, приятный мужчина. Вблизи он даже еще интереснее. У вас бонусы в виде скелета в шкафу. Хотите знать? Давайте. Пожалуйста. Мне конвертик. Что в нем? О, в нем паспорт. А в паспорте том... Ну-ка. Какой-то мужчина. Мужчина. Так, а что же этот паспорт делает там? Вадим Владимирович.
Я вас приглашаю, если вы здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Владимирович. Мне тут сорока на хвосте принесла, что вы тот самый муж, который обладает экстрасенсорными способностями. Да, я тот самый великий и ужасный, как вы меня назвали. Ну хорошо, давайте проверим, великий или ужасный. Вот мне не дает покоя. Правда можете предметы двигать? Телекинезом как таковым я давно уже не занимаюсь, потому что это очень тяжело. Машечечка двинуть, нет? Нет, 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 даже и не предлагайте, не искушайте. Ну надо же, прошла с бывшим мужем. Бывший муж. Что вы можете из того, чего я не могу, например, или вот Роза, Вася? Ну, я могу сказать какую-либо информацию, которую я не знаю. А вы по медицинским вообще работаете показаниям? Нет, нет, это только... Информацию, врачам, которую... Которую я не могу узнать из дополнительных источников, которых я не читал, эти источники, и информация, которая девичья мне не может... Девичья фамилия моей матери. Ну, например, вы же... Я могу, например... Это сложное задание, я понимаю, да. Хорошо. А по какой причине я плакала в последний раз? Это ваши личные отношения. Ну... Так всегда можно сказать, я бы тоже так сказала бы. Ну, расскажи, Вадим, что-нибудь о Ларисе. О каких-нибудь ее скелетиках в шкафу. Вот да. У вашего тезки, может быть, есть вопрос, раз вам выпало такое счастье пообщаться с бывшим Ларисиным мужем. Почему вы ее отпустили вообще? Я бы хотел, чтобы она была счастлива со мной, а у нее это не получается. А сложится у них вы или нет? У них сложится, но тут один момент, вот касаемый моих способностей. Я абсолютно не знаю Вадима, но я, безусловно, вижу, что это достойный мужчина. У него очень богатая энергетика, но этой энергетики много. И согреть он может многих. В общем, сложится, но ненадолго. Да. Спасибо. Бедный Вадим сегодня скажет, атаковали бывшие мужья истории. Вадим, это даже хорошо, что вам не с кем советоваться. Значит, вы будете руководствоваться исключительно своим умом и интуицией. Кто вам из троих девушек, Снежана, Наталья или Лариса, понравился больше всего? Может быть, последняя девушка, но мне немножко ситуация удивила. Этот скелет немножко удивил меня. Удивил, да, что он абсолютно ни о чем. И то, что ее пугало совместное проживание, его именно эти способности напугали. Я понимаю, что он ответил бы на все абсолютно вопросы. Двигатель телекинезом не занимается давно. Не ответил ни на один вопрос. Что ее там пугало-то? Он ей просто морочил голову. Ну, я надеюсь, у нас будет возможность пообщаться. Я бы тоже Ларису предложила, но она, проблем у нее, по крайней мере, меньше, и детей не вывозят из нашей страны. Единственное, что Ларисочка, ну, задумайтесь над тем, как бабушка говорила, шило-то на мыло меняет, только зря время терять, в общем-то. Может, имеет смысл вернуться-то к своему? Они практически, в общем-то, одного возраста. Но я бы не стала их сравнивать и одного называть шилом, а другого мылом. А я не называю потому это. Что сидит прекрасный мужчина, Вадим, абсолютно достойный, открытый, поэтому... А возраст, зачем я про возраст так говорила. И возраст замечательный. 46 лет для и там мужчины. И 46. Это сегодня ни о чем, но не только же возраст. Замороченная какая-то, Лариса. Очень странная девушка. Да. Продолжу беседу. Можно. Вы совершенно отказываетесь верить в те факты, которые придумала не я, а которые доказанные факты. Если человек ничего мне не доказал здесь, почему я должна верить? Он пришел сюда для того, чтобы поддержать меня, а не доказывать свои способности. А это вообще глупость и дикость, которая смутила даже Вадима. Она вышла отстаивать его. Ну, правильно, она борется. Это мой друг. Я живу в Москве. И живу я практически год. И настоящих друзей, которых мне было бы пригласить. Ой, послушайте, бойтесь бывших мужей и бывших жен. Зато она его защищает, да. Борис. Они живут в разных городах, и это не помеха. Объясните мне тогда, в двух словах, зачем он здесь? Он мой друг, он пришел меня поддержать. Вам нужен друг в виде бывшего? Я вообще не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. И я, конечно. Понимаете, можно пожалеть. Зря. Лариса, а мне хочется Ларису защитить, потому что есть еще человеческая порядочность. Она, может быть, и не любит своего бывшего мужа, но он пришел сюда ее поддерживать, и она сейчас вынуждена поддерживать его, как порядочный человек приличный. Я вас в этом смысле понимаю. Но он явно ему не понравилось это поведение. Явно. Вадим, вас эта ситуация смущает?
Странная была ситуация, да. Даже, я считаю, он не поддержал, потому что он в конце сказал, ну, это ненадолго. Я не планирую как-то знакомить Вадима и навязывать эту дружбу. Мое прошлое – это мое прошлое. А если вам Вадим, поставит условия, твое прошлое – это твое прошлое. Я не хочу знать ничего о твоем бывшем муже. Я просто не буду настолько навязчиво разговаривать при Вадиме или каким-то образом относить. Нет, зачем вы будете это делать в другой комнате или на улице? Я могу от этого отказаться. Он скажет вам порвать отношения. Я могу от этого отказаться. Спасибо, проходите в свою комнату. Ну, я точно за ним не выйду. Среди всех девушек, которые я сегодня видела, больше всего по правильному для вас типу, наверное, вам подошла бы именно Лариса. В ней есть и нужный вам огонь. Я понимаю, что ситуация смущает, и меня она смущает, честно признаюсь. Но я отдала должное Ларисе как человеку приличному и пытающемуся защитить с собой друга, не знаю, возлюбленного. Мне кажется, что здорово, что она вообще бросилась сюда, но и открыто выразила свое мнение. Мне кажется, вам стоит ее рассмотреть. Вопрос другой, насколько они действительно еще в отношениях. Этот вопрос вам нужно будет выяснить с первых же шагов. Ну, пока у вас есть минутка на размышления, Василиса с очередным прогнозом. Да. Я подготовила на сегодня прогноз, который интересует всех и который, конечно, озвучен нашей программе. Это прогноз о любви на ноябрь 2014 года. Месяц можно разделить условно прямо на две половины. С 1 до 16 ноября Венера идет по знаку Скорпиона. Страсти обостряются, страсти кипят. Если в отношениях когда-то уже была проблема или они просто проблемные, именно сейчас это станет наиболее очевидно. Старайтесь, главное, не впадать в роль жертвы и не искать виноватых вокруг себя. Старайтесь пережить как можно более спокойно этот период. Но начиная с 16 числа, 16 ноября, Венера входит в знак Стрельца. Больше энтузиазма, больше открытости, больше возможностей для новых знакомств каких-то. Мне кажется, Роза не выйдет замуж в этом году. Это я делаю прогноз. Проходите, в любом случае мы вас поддержим, Вадим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Меня зовут Таня, мне 30 лет. Я работаю инженером-сметчиком в метростроительной компании. Люблю активный отдых, кататься на великах, на роликах, гулять в парках. Мечтаю встретить такого же активного мужчину, интересного, который любит работать и не боится ответственности. Мы не знаем, выйдет Вадим один или с избранницей. Приглашаю всех. Выходите, давайте его поддержим. Сегодня у нас нет пары. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Он мне заламывал руки, он мне, рот закрывал. Как ты можешь жить, потому что тебе говорят, ты дура. А я не дура, я прекрасный человек, я работаю над собой. А для меня все люди, как люди, а остальные есть такие уроды на блюде, понимаете? А мне хочется счастья. Ну вот пусть он мне подарит торговый центр. Я не знаю, что мне гневаться, сочувствовать, у меня все перемешалось. Та девушка, на которую бы я никогда бы не поднялась, у меня рука... А если бы она попросила?